Всем привет, дорогие зрители! Нашел на Хотларе двухкомнатную квартиру, бюджетную, 37 500 евро. Пустая, придется купить, я вот. Вот такой проект. Зданию где-то 18 лет, есть открытая парковка. Здесь парковка для велосипедов, или как там, велосипедов. Там здесь беседочка. Расстояние отсюда до моря 330 метров максимум. Центральная часть Махмутлара, очень хорошее место расположения, также расстояние небольшое. Квартира, этот проект находится между Ататюрком и Барбароссой. На этаже у нас три квартиры. Вот наша квартирка пустая такая. Вот сразу видно, что ламинат уже установлен. Вот. 1 плюс 1, 60 квадратных метров. Брутто. Жилую площадь я сейчас скажу, надо мне увидеть. Здесь сразу выход на балкон. Кусочек горы видно отсюда, также видно море. Вот, там море, дорогие зрители, если вы видите. 150 метров отсюда улица Барбаросса и 150 метров до воды. Максимум здесь 330 метров с поворотами. Так, приближу. Вот море. Так. Такое освещение. Здесь кухня, с этой стороны санузел, нормальная квартирка и спальня, где-то 14-15 квадратных метров, нет, пардон, здесь минимум есть 13 квадратных метров, возможно и 14, приблизительно вот так. Термопакет окна пластмассовые, не алюминий. Шумоизоляция хорошая. Дорогие зрители, за такую цену очень сложно найти, так что подумайте. Цена этой квартиры 37 500 евро. Жду вашего звонка. С вами был Агасий, Солнечный Алания, район Махмутлар. Всем пока-пока.